Сегодня в этом видео от магазина «Купи сувенир» мы хотели поговорить о фотоальбомах. Вернее, о такой разновидности накопителей для фотографий, бумажных именно фотографий. Пусть вас не шокирует такой вот поворот в технологиях именно бумажных фотографий, как фотоархивы. Вот у нас на столе мы выбрали три варианта фотоархива. Вообще их неимоверное количество различных, в различных дизайнах. Все сейчас привыкли пользоваться какими-то цифровыми накопителями, вбивать туда неимоверное количество фотографий, потом их показывать. Ну, в общем-то, и пропадает ценность самих фотографий. Все-таки должны в нашей жизни оставаться какие-то вещи, которые можно потрогать руками, скажем так. Если это не бабушкин такой затертый, бархатный еще, может быть, фотоальбом, то пусть хотя бы вот такой вот фотоархив. Тем более есть варианты фотоархивов, которые представляют собой вот такие вот мультирамки, то есть можно сюда вставить фотографии какие-то, и кроме как хранить фотографии, они будут еще и демонстрировать. Их можно периодически менять. Вот, допустим, вот такие вот два беленьких я выбрал фотоархива, они на такой поворотной площадке. Вот такая вот есть здесь. Удобно очень ставить на нее. Значит, внутри есть вот такие вот ячейки, скажем так, для фотографий. Сюда можно вставить 24 фотографии, а целиком в этот фотоархив можно вставить 96 аж фотографий форматом 10 на 15. Ну, такой самый распространенный формат. Чем еще хороши бумажные фотографии? На обратной стороне можно всегда что-нибудь написать, сделать какую-то памятку. Конечно, можно добавлять комментарии к цифровым фотографиям, но что все-таки бумажные фотографии, они хранят какую-то теплоту снимка. Тем более, можно сюда вставить не оцифрованные фотографии, на которых изображены еще ваши дедушки, бабушки, может быть, прабабушки, мамы, папы. Те черно-белые фотографии, которые запечатлели в какой-то вот момент их жизни. Вот. Эти фотографии уже нельзя повторить. Эти фотографии навсегда останутся с вами, поэтому вот такие фотоархивы как раз вам в этом и помогут. Их удобно разместить где-то на мебели, они всегда будут видны. То есть, повторюсь, еще выполнять роль еще некой вот такой фоторамки. Вот такой вот фотоархив из лакированного дерева на 80 фотографий, тоже 10 на 15. Тоже вот такая вот книжечка. Можно достать и не спеша, сидя на диване в кругу семьи, просмотреть на каком-нибудь семейном торжестве. Вспомнить какие-то моменты, вспомнить своих предков, вспомнить своих родственников. Вот. Никакой ноутбук, никакой компьютер никогда не углубят вот в историю вот вашей семьи, скажем. Лучше, в общем-то, чем фотоальбом или, может быть, вот такой фотоархив, с этим не справиться. Поэтому в нашем магазине «Купи сувенир» мы предлагаем вот такие вот фотоархивы. Конечно, мы сейчас выбрали их, может быть, мало, их огромное количество, огромное разнообразие вот таких вот подобных вещей. Подбирайте под свой интерьер, может быть, под свой вкус, скажем так даже. Вот. И магазин «Купи сувенир» всегда в этом поможет. Заходите, выбирайте, звоните,